Приветствую, с вами Елена Литвиненко, основатель и ведущая обучающего интернет-проекта «Ветер перемен». Подходит к финалу наш курс по развитию харизмы, харизматичного голоса. И, конечно же, очень интересно узнать у участников, что им удалось, что не удалось, и по какой причине, собственно говоря, они решили этим заняться. И сегодня у нас на связи через интернет Мария. Ну, я думаю, она представится чуть-чуть сама, да? Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Я из Московской области. Работа у меня незатейливая. Я менеджер по продажам. Но, насколько я знаю, основная причина, по которой вы пришли, это все-таки не профессиональная деятельность. Я права, да? Я все время говорила на высоких тонах. Такой писклявый голосок. У меня растет подрастающая дочь 3 года, и я не хотела, чтобы она тоже переняла эту привычку. Ну вот информации было достаточно для того, чтобы все было очень много. Но она вся была дозирована и легко восприимчивая. Ну, занятия проходили в непринужденной форме. У нас было мало человек, уделялось очень большое количество времени для каждого. Считай, как индивидуальные занятия. Угу. Было очень интересно. И не напрягало. Занятия всего 2 раза в неделю, не каждый день. Угу. То есть там рассчитываешь свое время и очень оптимально. Трансформация с голосом, с речью в принципе произошла? Да, конечно. Я могу уже говорить своим нормальным голосом, средним регистром. Могу уже низким. Уже более интонации меняю. Где при разных разговорах, при разной тематике уже по-разному говорю. Ну, конечно, этому надо еще дальше учиться. Я считаю, что в будущем оно будет еще сильнее. Трансформация идти. Угу. По крайней мере, я буду над этим работать. Теперь я уже знаю, как это делать. Спасибо, Маша. Я думаю, что мы не будем затягивать наше интервью.